завтра уже тоже записали. Опять пойдем. Времени вообще нет. Какое море едет, куда ты опять в море? Куда завтра опять? Сейчас скажу. Мы завтра едем. Эти теснина там-то, это интересно. Вы были там? Пока еще нет. Но интересно. По-любому. Все интересно, поверьте. Чувствую, я вам партнер наш. Так что приезжайте в Дагестан, здесь классно, интересно, действительно, это волшебно-сказочный регион, и он удивляет, он впечатляет, и даже не верится, иногда некоторые думают, что это не Россия. Бывает такое, что действительно, я встречал людей, которые спрашивают, Дагестан — это Россия? Причем эти люди здесь были, потому что действительно настолько все это отличается. Вот мы только что здесь ехали по этой дороге, и... такое впечатление, что двигаешься вот по Техасу или по каким-то таким вот барханам, то есть очень-очень впечатляет. Ну, Сулацкий каньон вообще красиво. Очень красиво, даже очень-очень. Хочется прыгнуть в эту воду, да? С гор не хотел сфотографировать? Я видел, блин. Да. Сидел на воде. Ну ладно, еще пару. Чуть-чуть не дожал, там до конца было еще немножко. Я до конца я пролистал, блин. Я в общем это вот сейчас пролистал. Выезжаем в Табасаранский район. Еще последний. Блин, ты заканчивается. Смотрите, как растет этот цветочки, я не помню. Это что-то более. Цветочки такие, смотри, как фиолетовые. Вот, видишь? Красиво. Вот дорога такая вот. Все зарезано. Да, в цветочках. Как у них? Просто змеи сейчас как раз тебя ждут. Ну а добрался я сюда, как обычно, автостопом. Так что пешком, автостопом. Вот тут, кстати, скорпионы. Да? Тут скорпионы. Я же тебе говорила, скорпионы тут есть, да? Да. Тут скорпионы есть. Мы по этому бархану лазили, я звал, но никто не вышел. Только эти ящерицы.